Лето уже полностью вступило в свои права. Для того, чтобы ребята хорошо отдыхали, проводятся увлекательные мероприятия. Особенно примечательно, когда в них принимают участие учащиеся из двух соседних районов. В межмуниципальной квест-игре «Моя страна, Великая Россия» приняли участие 7 команд из Славянского и Красноармейского районов. В Северном парке ребят сердечно приветствовал заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко. И очень приятно, что сегодня у нас в гостях наши соседи, замечательные ребята из Красноармейского района. Я передаю вам всем огромный привет от главы муниципального образования Славянский район Романа Ивановича Синеговского, который пожелал всем оптимизма, всем заряда энергии. После торжественного открытия каждая команда получила маршрутные листы, карту парка с указанием местонахождения станций. Для того, чтобы выполнить задание, нужно было знать традиции, культуру и историю нашей Родины. Ребята старались продемонстрировать способность к командной работе, эрудицию и смекалку. Квест-игра стала отличным поводом не только повеселиться, хорошо отдохнуть, но и вспомнить о славной истории, зная которую можно и нужно гордиться тем, что и когда было сделано. Такие соревнования ценны тем, что позволяют знакомить школьников с понятием государственности, пробуждать интерес к изучению историко-культурных особенностей и воспитывать уважение и любовь к отчизне. За активное участие в квест-игре команды были награждены памятными подарками. Хорошо, если бы такие мероприятия стали доброй традицией соседних районов.